Киман. Беллингемс атакует. Барри. Делает забегание. Ну куда же нужно было делать передачу? Конечно же, на Боатенга. Боатенг был свободен. А Барри решил пробить. Удал в переднюю линию. Чарльтон вылетает на ворота. И здесь сейчас Стив Столтон может получить красную карточку. Что решит Майкл Райли? Был ли фол последней надежды или только желтая? Что показывает? Что показывает Барри? Мы с вами не увидели. Да, конечно же, нарушение правил стопроцентное. Но фола последней надежды не было со стороны Уотсона, так как вот, пожалуйста, Саутгейт мог накрыть. А мог и не накрыть. Да, фол последней надежды. Саутгейт не успевал, по мнению Майкла Райли. Последняя минута. И удар! Гол! 4-3! Чарльтон вырывает победу у Астон Виллы на Вилла Парк. Вот это матч! Но, должен вам сказать, это в итоге не спасло Чарльтон от вылета из премьер-лиги. Чарльтон по итогам сезона занял, увы, предпоследнее, 19 место и покинул премьер-лигу. Вот так. Но, правда, вернулся. Только один сезон потребовался для Алана Кердышля и его команды, чтобы вернуться в элиту. После этого 7 место, лучшее в 2004 году. Ну, а Астон Вилла была 6-й и не попала даже в зону УЕФА. Проиграв такой важный матч. А Чарльтон эта победа не спасла. Но матч такой. Получили мы с вами огромное удовольствие. Игра, которая проходила 8 мая 1999 года в Бирмингеме на стадионе Вилла Парк. Гаррет Барри, автогол, 3-я минута, Мендонса 56-я, Робинсон 68-я, Милс 89-я. У Астон Виллы дубль Йоакима и гол Барри. Итак, Астон Вилла, Чарльтон 3-4.